Уважаемые дамы и господа, начинаем прослушивание первого тура международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова по специальности дирижирования. Dear ladies and gentlemen, we start the auditions of the first round in conducting nomination of the Rachmaninov International Competition for Pianists, Composers and Conductors. Представляем членов жюри конкурса. Please welcome the jury members. Cesar Alvarez, Испания, Spain. Christian Knapp, США, USA. Tao Lin, Китай, China. Fabio Mastrangelo, Россия, Russia. Джордж Пихлеванян, Франция, Франц. Народный артист России, People's Artist of Russia, Валерий Полянский, Россия, Russia. Народный артист России и Республики Татарстан, People's Artist of Russia and Tatarstan, Александр Сладковский, Россия, Russia. Народный артист СССР, People's Artist of USSR, Владимир Федосеев, Россия, Russia. Кристофер Чен, Австралия, Australia. Председатель жюри, Chair of Jury, народный артист России, People's Artist of Russia, Валерий Гергиев, Россия, Russia. Участник номер два. Владимир Заводиленко, Россия, Russia. Бетховен, симфония номер 5, до минор, первая часть. Рахманинов, симфоническая фантазия, утес. Бетховен, Symphony No. 5 in C minor, the first part. Rachmaninov, Symphonic Fantasy, The Rock. Владимир Заводиленко. Всем здравствуйте. Здравствуйте, оркестр. Откройте, пожалуйста, Бетховен, пятая симфония, первая часть. Да, пожалуйста. Если можно, я сразу начну с некоторых моментов, условностей. Вторые скрипки особенно к вам относятся. Посмотрите, пожалуйста, пятый такт. Перед пятым тактом есть фермата. Вот эта фермата будет сниматься цезура и дальше, через цезуру. Да? Такие же аналогичные места будут после 24-го такта. То есть все будьте внимательны, что после второй ферматы, которая на два форте, будет снятие цезура и тогда дальше. Это 24-й такт. 128-й, 152-й и 482-й. Еще хочу обратить внимание, в 152-й такт, вот перед этим, вот эти две ферматы, две последующие ферматы будут все тяжелее и тяжелее. То есть в репризе уже довольно весомее и смелее, пожалуйста, здесь. Не спешить, не лететь, все, не комкать. А довольно-таки увесисто, чтобы две последние, два проведения этих фермат были более значительны. Давайте начнем сначала. Да, обязательно с репризой. Сейчас с остановочками пройдем несколько минут, а потом от начала до конца. Снимаем.
и вместе продолжаем. Дальше. Дальше. Вторая фермата. Я думаю, нам уже все ясно. Теперь, пожалуйста, такт номер 60. Один такт до него. От Валторна. 60. Один такт до него. Получается, как из-за такта. Да, еще раз, можно? Со мной. Пульсацию, пульсацию. Та-та-та-тарак. Дольки, не оттягивая, а ко второму такту. И субитач. Дальше, дальше, дальше. Вот. Да, чуть больше пульсации, не оттягиваем. Все ритмично, как можно, вот мельче пульсацию вот здесь. Та-та-та-та, ко второму такту. Все очень значительно. А, так, теперь следующий эпизод. 145. Так. Альты, да, альты и виолончели, прошу, папа-папа, вот здесь, не потеряйтесь, пожалуйста. Нет, 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 не полный. Папа-папа, та-та-та-та, не, папа-папа, у нас как бы из-за такта, да? Первая долька нам не важна. Дерево. Еще. Додерживая до тактовой черты. Тише, тише, тише. Все, хорошо, хорошо. И просьба будет немножко дальше, дальше, дальше. На 345-м такте. Чуть более значительной эти две четверти. Тарам. И через дыхание дальше. Так, да, цезурка. И, друзья, так, номер 183. Здесь цезура чуть больше. Извините, 483. Последняя фермата, снятие. Та-та-та-та. Тогда уже чуть больше, да? Все, сначала, пожалуйста. Thank you.
Thank you.
Утес, утес. Будьте добры еще раз для тех, кто пришел. Цифра, сейчас скажу, все-таки 13, ладно. Начнем с хорала. Перед Y 280. Валторный, перед Y один так, до этого у вас есть засурдиненные два форта. Если можно пробиться как-то смелее. Хорошо? Весь такт выдержать. 280. Все, благодарю. Можно тромбоны, 281 такт. В гармонии нижний голос, туба, хорошо. Под тубу подстраивайтесь, не выпячивайте сильно аккорд, хорошо? Некоторый голос, чтобы аккордом звучал. И валторны с трубами там все-таки на нюанс ярче должны играть, нежели вы. У нас наоборот. Давайте попробуем сделать. 281 такт. Только медные духовые. 81-й. Первый тромбон. Держать валторные тромбоны, трубы. Все, да, хорошо. Определяющий голос. Да, не прячьте. Сейчас хорошо. В первом такте тоже останьтесь. Теперь еще будет просьба к валторным. Буква V. 261. Четыре такта, две валторные. Третья, четвертая и первая, вторая. Здесь хоть мецефорте, но у всех два пьяно, то есть нюансов гораздо больше. Я не знаю, если вам удобно, если вы привыкшие, то было бы хорошо приподнять инструмент, чтобы пробиться. Если нет, то просто смелее сыграйте, чтобы не потерять амбушюр. Я понимаю. Так. Хотелось бы пройти Allegro con... Где это у нас? 200... 1, 2, давайте 201, 201 такт. Валторный, обратите внимание, в Меномоса вот эти триольные, они к половинке двигаются, чтобы они не завершали, не отставали, а немножко создавали волнение, чуть пульсация более такая с движением. Все. Из-за такта только валторны и виолончели контрабас. Allegro con impressione. Пожалуйста. Вот это да, вторая. Па-па-па. Точнее, пожалуйста, чуть с отставанием играйте. Та-та-та. Интенсивно. Не наскакивайте. Услышите их, хорошо? Если не по руке, вот они немножко отстают, попадите в третью, восьмую, не налетайте. Еще раз 201, 201 такт. Спрятали.
Растем, растем. Держать, держать. Восьмые не отстают, а приводят в этот темп. Хорошо? Вот сейчас тромбоны с самого начала смелей. Тим, побира. То есть вступление уже нужно показаться. Так, у нас осталось совсем мало времени. Давайте возьмем сначала. С самого начала. Все начать. Первую нотку совсем как из ниоткуда, со струны, чтобы не по-разному. Одного удара, у другого мягко. Одним. Туши. Thank you.
слово, слово вас. Ко второму такту. Благодарю. Спасибо.